Introducing the opponents and first, fighting out of the pool corner. He is 20 years old. He stands 181 centimeters tall. His official weight 77.4 kilograms. With professional records, 2 pounds, 2 victories. Ladies and gentlemen, representing Poland, Patryk Walutkiewicz. And his opponent, fighting out of the red corner. He is 20 years old. He stands 185 centimeters tall. His official weight 77.6 kilos. Professional record, same like his opponent. 2 bouts, 2 victories. Ladies and gentlemen, from Russia, Chakar Dorsayev. Представь, Александр Загорский, нам обоих бойцов. Федор Михалак. Рефери Федор Михалак. Видите, ростовесовые показатели. Разница только небольшая в росте. Дураев выше на 4 сантиметра. Оба заряжены. Я думаю, отличать этих бойцов вы сможете без проблем. Поляк с татуировками в перчатках синим скотчем. Джохар Дураев без татуировок, да, и в перчатках с красным скотчем. Сразу полетел вперед поляк. С лоу-кика начинает свою атаку Павел Волоткиевич. Ну не тушуется такого подхода Джохар. Попытка хай-кика. Наскоком правый удар рукой наносит Павел Волоткиевич. Ну, на самом деле, высокая скорость для такого веса, для 77 килограмм, да, при условии, что, ну, не секрет, что бойцы конкретно на бой уже выходят, ну, не 77, а там, ну, 81-82 точно восстанавливаются. Если и не больше. Да, если и не больше. И вопрос, насколько хватит обоих работать в таком темпе. Да, в таком темпе, с такой скоростью. При этом мы видим, что Павел, он старается вкладываться в каждый свой удар. Да, а это может как раз пагубно на бензобаке сказаться. С другой стороны, есть шанс закончить бой досрочно. Хорошо встречает правым прямым Джохар Дураев. Отличный перевод. Тейкдаун зарабатывает Павел Волоткиевич. Контроль. Отдает спину Джохар Дураев. Пытаясь стать, ему это удается, разрывает клинч. Пока вторым номером работает Джохар Дураев. Так скажем, он больше не атакует, а останавливает атаки. Держит на джебе, да, так, своего оппонента. Такие немного корявые, размашистые атаки от Павла Волоткиевича. Вот, попадает правым через руку Павел. Попытка вставить колено, и на отходе снова попадает правой рукой Павел. Тройка руками, точно в голову. Попытка бэкфиста, но все видит Джохар Дураев. Сам отвечает, попадает по защите, по рукам. Так, на мой взгляд, еще на ногах. Хорошо в корпус пробивает рукой Джохар Дураев. И надо, конечно, развить атаку. Потому что заметно сразу же подсел Павел Волоткиевич. И пытается уйти в борьбу, прижимает сетки. Продолжает накидывать джеб Джохар Дураев. Но смотрите, скорости упали. И вот это попадание в корпус от Джохара Дураева поляку заметно осадило его. Ну, с другой стороны, попадание поляка в голову, да, Дураева достаточно серьезно его замедлило. Мы видим, что не всегда он уверенно стоит так на ногах. Попытка пробить коленом от Павла Волоткиевича. Хорошо попадает через руку правым боковым Джохар Дураев.
Но в борьбу Джохар Дураев не лезет. Коленом пробивает. Тут же правым апперкотом в два раза попадает Джохар. Хорошее колено вставляет он в голову поляку. Но поляк отвечает просто сокрушительная серия ударов по голове. Еще один удар достигает цели. На пропускали оба уже с лихвой. Но оба стоят. Всего лишь конец первого раунда, а уже... Такая жесткая рубка. Как бы рефери не тормознул бой, да? И тейкдаун зарабатывает поляк. И успеет ли он закончить бой в первом раунде? 30 секунд до конца остается. Встает Джохар Дураев. Но попадает все это время поляк по нему. Да, то есть силы кончились окончательно у того и у другого, но пропущено ударов просто огромное количество. Бой идет уже такой, на морально-волевых качествах у обоих спортсменов. Но при этом закончился только первый раунд. Что нас ждет дальше, даже трудно предположить. Абсолютно без сил садится на пол Джохар Дураев. Под руки его водят, да, напропускали и тот, и другой прилично, я думаю... Нам трудно судить, кто забрал первый раунд. Абсолютно. Судьи, если успевали, конечно, делать подсчеты, кто сколько точно попадал. Но вес уже тяжелый. Вес уже 80 килограмм, да, даже с лишним 80 килограмм. И тут... В день боя, да. Да, в день боя, в день выхода, конечно, в октагон. Поэтому удары очень тяжелые. И Танашек за 5 минут насобирался приличный. Но тем интереснее будет смотреть, тем интереснее смешанное единоборство. Опять же, в таких ситуациях на первый план выходит функциональная готовность бойцов. Мы видим уже сечку под правым глазом у поляка. Напомню, у этих бойцов равный рекорд, у обоих 2-0. Второй раунд. Уже не так... Легко бежит вперед поляк, да, попытка перевода тейкдаун, но контрит Джохар Дураев и начинает локтями обрабатывать голову поляку. Попытка нанести удар локтем 12-6, то есть острой частью. Да, и устное рефери... замечание делает рефери. Такие удары недопустимы. Ну, как ты считаешь, прав ли рефери, что он их поднял? Возможно, прав, потому что ну, удары острой частью локтя действительно запрещены везде. Но из-за такой оплошности, да, Дураев потерял такое важное положение сверху. Это, конечно, страшно. Он и не спорил, что, возможно, он нарушил, да, правила. Но вот у меня, конечно, вопрос, стоило ли рефери поднимать их. Он несколько раз показывал судье, что, может быть, вернете нас в исходное положение, но... Хорошо, джебом достает Джохар Дураев. Хороший джеб, плотный попадает, но отвечает, так скажем, на отскоки Павел Ваткиевич. Уже ни тот, ни другой не лезут рубиться. Или, возможно, копят силы. Ну, наверняка были какие-то корректировки внесены, да, установки даны по первому раунду. И тому, и другому. Попадает
Джохара перекотом, Павел лоу-киком. Еще раз повтор предыдущего момента мы видим. Потерял капу Джохар Дураев. Это возможность Павлу Латкевичу передохнуть. Не хочет он сжать руку Джохара Дураева. Или просто не понял, что от него хочет оппонент. Я думаю, сейчас Джохар Дураев объяснит ему, что он хочет от него. Весьма вероятно. Хорошо, в корпус надо, конечно, развивать эту атаку. Второй раз, как в первом раунде, он пробил, и сразу же накачанный пресс поляка подсел. И начал он работать по уровням все-таки, да, и стало получаться у Дураева переводить с корпуса в голову и обратно. Такая больше боксерская работа во втором раунде. Ну и в принципе, как в сегодняшнем турнире, да, мы видели совсем немного борьбы. Куда-то побежал поляк, непонятно куда, хотя бой еще не закончился. Попытка прохода в ноги совершенно бесполезная. Уже с опущенной левой рукой работает Джохар Дураев, но вот надо быть, конечно, аккуратней. При этом поляк постоянно заряжает лоу-кик и пытается поддавливать, забирая пространство в клетке. Пытается что-то в серии Сильвы, паука Сильвы делать Дураев. Уже немного прикрыл глаз поляк. Ну, не, наверное, не для того, чтобы прицелиться от пропущенных ударов. Да, потихоньку Джохар Дураев разбивает своего оппонента в прямом и переносном смысле. Он на данный момент легче на ногах. Видит. Хорошо по корпусу попадает. Такие удары очень сильно сказываются на функции оппонента. Вот еще бы ему туда пару раз попасть хорошо. Желательно по печени, там вот по тигру попасть. Поляку. Чем фактически прицельно. Такая у нас дуэль на руках происходит. Хорошо. Ну надо, конечно, ну наверняка он понимает, но может уже силы на исходе у россиянина. Остается 20 секунд до конца у нас второго раунда. Взорваться бы Джохара Дураева и рубануть хорошо. Колено, отлично. Три удара коленом. Все, надо останавливать, конечно, бой. Точно. Прекрасно. И видим. Победу техническим нокаутом зарабатывает Джохар Дураев. На исходе второго раунда. Да, не помогло преимущество в росте поляку. Тяжело, конечно, дышит Джохар Дураев, но этот бой сегодня выиграл он. Сегодня он оказался выносливее, сильнее, точнее. А Павлу Володкевичу мы желаем скорейшего выздоровления, возвращения в октагон. Немножко разбито лицо. Но, как говорится, шрамы украшают мужчину. Да, да, поляков. И поляков в том числе. Вот они, прекрасные удары коленями, точно в голову. Три подряд. И легкие добивания. Рефери, наверное, можно было чуть пораньше остановить. Он стоял, смотрел, как будто наслаждался добиванием. Но нам со стороны всегда виднее, как кажется, да, что со стороны всегда ты лучше видишь, что делать и как делать. Но управляет всем, что происходит внутри клетки, все-таки рефери.
Да, ждем официального объявления результатов боя. Come on, guys, призывает рефери бойцов. Ladies and gentlemen, your referee Piotr Michalak stops this contest in 4 minutes and 50 seconds of round number 2. Your winner by technical knockout, Чакар Дурзаев! Еще раз поздравляем Чакара Дурзаева с этой уверенной победой, техническим нокаутом. Павлу Володкевичу мы желаем скорейшего выздоровления.